Окей, что делать, если не получается скачать VMware Workstation 17.5.2, то есть самую последнюю версию на Linux? У меня вот стоит сейчас так, Fedora 40 с самым последним кернелом, ядром 6.9.5. И я долго не мог ее скачать, у меня, короче, была проблема с VMnet и VMon. Что-то такое, по-моему, у меня было на экране. Так вот, я нашел способ. В общем, есть, короче, тут сайт. На GitHub репозиторий. Там, где, короче, эти модули, их можно скачать и скопировать в директории, если не ошибаюсь, правильно, все заработает. Но это, если у вас версия, скажем, 17.5.1 или раньше, вы можете. Но для последней версии тут все-таки нету еще. Но зато кто-то уже, какой-то чувак, успел для нас сделать вот это. Что надо сделать, это просто вот склонировать этот репозиторий с такой версией. Тут написано, что для кернела 6.9.1 создал. Но опять же, у меня 6.9.5, у меня оно работает. В общем, надо перейти в эту директорию, разархивировать эти два модуля и скопировать их в эту папку. Ну и потом их скачать. Я же все это сделал. Все это запустил. Сейчас. Вот. И у меня заработало. Уже скачал Debian себе машину виртуальную. В общем, да.